Добрый день, меня зовут Лысинок Евгений, я директор сети Viking Touristic. Сейчас мы находимся с вами в Турции, в регионе Мармарис. Мы будем с вами инспектировать отель Сенсимар Мармарис Империал. В отношении расположения, из-за того, что мы за пределами города, это позволяет нам создать, да, тихую обстановку, в то же время очень удобно добираться. С отеля есть несколько видов, как можно добраться. Один из них – водное такси. В Мармарис ходит дважды в день, утром и вечером. В обе стороны на человека 10 евро стоит проезд. Каждые полчаса от главного входа в отель городской автобус ездит. Сейчас по летнему времени вплоть до 11 вечера. Стоимость 3.25 перуанских лир. То есть ориентировочно 1 доллар или 1 евро проезд на человека. Территория отеля очень зеленая, много растительности, находится в лесу, поют птички, умиротворение такое. Здесь красивые закаты, красивые восходы. Аня, гид от Bistrolation, сказала, что вчера был очень красивый закат, красное небо. 123 номер, стандарт. Это бунгало, находится сверху, есть еще и выше номера. Ванная комната. Раковина, фен. Здесь у нас душ. В номере есть тапочки, два полотенца. Полотенца меняются, как Bistrolation говорила, два раза в день. Большая кровать. Покрытие плитка. Раскладной диван. Есть чайный уголок. Вот он, плазменный телевизор, кондиционер центральный, балкон. Балкон средних размеров, с видом на амфитеатр, территорию, пляж, море, зеленый отель. Он только для взрослых. Концепция «все включено» действует с 10 часов утра до 12 ночи, то есть не считая завтрака в ресторане. Я имею в виду то, что с 10 часов открываются все бары, можно будет пользоваться напитками. Напитки импортного производства и бутылочный сервис за дополнительную плату. Фреш и турецкий кофе тоже экстра. Напитки местного производства, алкогольные и безалкогольные, бесплатно будет включено. Wi-Fi бесплатный, действует по всей территории отеля. У них есть два пляжа, песчаный, вот он один, и второй с галькой. Рядом порт находится, вход пологий. По поводу еще развлечений. В воскресенье турецкая ночь у нас есть, 3 раза в неделю живая музыка. То есть обычно каждый день есть какая-то шоу-программа вечерняя. То есть или живая музыка, или это выступление акробатов, или это девушки там приезжают, группа на музыкальных инструментах играет, трио. Да, дискотеки нет, поскольку, да, концепция как бы предусматривает спокойный отдых. Вот еще один пляж, но здесь плита, сказали. Давайте немножечко так пройдем, глазом глянем. Вот для виды спорта, понтон. И вот нам то, что говорили, видите, здесь галька. Сейчас вам покажу. Вот она галька. И вход. Можность с плиты, с понтона. Водные мотоциклы. Красивейший такой понтон. Смотрите, какая красота. Какой вид. Хочется здесь отдыхать. В отеле софт-анимация, то есть мягкая. Вы когда приезжали, назад тоже будете, когда главным воротом подъезжать, обратите внимание, с левой стороны там небольшое такое, как поле есть, территория для фитнеса и маленький фитнес-клуб. То есть йога, пилатес, какие-то гимнастические занятия. У нас тоже иногда ребята выходят за пределы отеля Nordic прогулка. Гуляют с фото, таким репортажом по местным достопримечательностям. И есть два бассейна. Один из них activity бассейн, там тоже проводятся или водные игры, или гимнастика. Один из них релакс бассейн. То есть там мы стараемся создать тихую территорию, даже официал постарается решенно разговаривать.
В отеле 3 теннисных корта, все оснащение, освещение бесплатно. Гости берут с ресепшена. Тоже есть настольный теннис. Водный спорт за дополнительную плату, каноэ бесплатно. Настольный теннис. Волейбол можно поиграть здесь. Есть гамак. Баскетбольное, футбольное поле. Здесь же тренажерный зал. Волейбольная площадка. Вот мы вышли с территории отеля. Это Анна, представитель отеля. Она сейчас скажет пару слов о своем отеле приветственных. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что-нибудь о своем отеле. Очень рада видеть вас здесь. Спасибо. Приглашаю всех гостей, кто хочет провести спокойный и приятный отдых в окружении замечательного сада. Очень красивейшая территория. Можно заметить замечательнейшее море, чистая вода. Да. Провести замечательный отдых в нашем отеле. Спасибо, Анна, большое. Обязательно будем отправлять к вам туристов. До свидания. Всего доброго. Счастливо. Если вы хотите быть в курсе последних новостей в сфере туризма, что происходит в отелях, какие номера меняются, что вообще по территории происходит, подписывайтесь на мой канал, и вы будете всегда в курсе этих новостей. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.